Почему одни горы высокие, а другие низкие? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». За появление гор ответственны внутренние или эндогенные силы Земли. Они бывают разными. Так, допустим, Килиманджаро высотой 5895 метров, Ключевская сопка 4750 метров, Везувий 1281 метр появились в результате вулканических процессов. Горы Локолиты. Гора Машук 993 метра, Бештау 1400 метров. Находятся они в Пятигорске. Появились они за счет поднятия магмы к поверхности. А вот на формирование гор глыбового типа, таких как Драконовые горы в Южной Африке, высота самой высокой вершины 3482 метра. Повлияли вертикальные тектонические движения, поднявшие целый блок земной коры. От того, какой именно тектонический процесс привел к образованию гор и насколько они были интенсивными, во многом будет зависеть внешний облик массива. Будет ли это симметричный конус вулкана, округлый относительно низкий купол Локолита или гора с крутыми склонами и пологой вершиной? В истории Земли были целые эпохи горообразований, когда внутренние тектонические процессы шли особенно интенсивно. Земная кора на границах литосферных плит в такие периоды активно двигалась, сминалась в складки. И на поверхности появлялись протяженные горные пояса и массивы. Главных эпох горообразования 4. Из них самой молодой является эпоха альпийской складчатости, когда сформировались самые высокие и известные горные массивы, такие как Альпы, Гималаи, Кавказский хребет. Эта эпоха охватывает последние 50 миллионов лет, то есть большую часть кайнозойской эры. Горы этого типа имеют очень характерные острые пики, крутые склоны, узкие ущелья и большой перепад высоты. Кроме того, активные тектонические процессы в альпийскую эпоху складчатости привели к появлению возрожденных гор на месте древних, выровненных складчатых поясов, например, Уральские горы, Саяны и даже Алтай. Как только под воздействием эндогенных процессов появляется отдельная гора или целый массив, на него начинают влиять внешние силы, экзогенные. В результате перепада температур горные породы трескаются, осыпи и обвалы смещают их ниже по склону, ручьи и реки размывают поверхности и уносят частицы по течению. Ну и так далее. Человек замечает это не всегда, но за миллионы лет перепады температур, вода, ветер и сила гравитации могут полностью поменять облик рельефа. Например, Каппадокия своим строением обязана действию противоположных природных сил – вулканизма и эрозии. Со временем горы разрушаются и становятся ниже, исчезают острые пики и глубокие ущелья, поверхности становятся более пологими. На скорость разрушения влияют породы, которые эти горы слагают, и климат. Но тенденция к снижению высоты остается. Бывает и обратное. Так, в результате непальского землетрясения в 2015 году Аннапура, одна из 10 самых высоких гор в мире, увеличилась на целых 20 сантиметров. Интересно то, что растет и Эверест. Мало того, он еще и двигается. Как выяснили ученые, с 2005 по 2015 год Эверест передвигался на северо-восток со скоростью 4 см в год и каждый год подрастал на 0,3 см. За 10 лет гора передвинулась на 40 см и стала выше на 3 см, но после непальского землетрясения уменьшилась на 2,5 см. Другими словами, через миллионы лет от привычного вида альпийских гор ничего не останется. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!